Мы с моим партнером Вадимом Герасименко основали Concrete Jungle как стрит-арт проект. Мы основали команду в 2007 году. В течение 5 лет мы занимались исключительно уличным искусством. А искусство, оно же вокруг смыслов крутится. А поскольку я архитектор, у меня все от головы идет. О чем мы рассказываем, как объяснить людям, почему эта штука здесь появилась. И тогда уже сформировался подход, что каждый объект, у него должно быть какое-то там обоснование. Для архитекторов это вообще, на самом деле, основной сейчас способ существовать и вообще как-то себе объяснять, зачем ты столько сил тратишь на то, что для большинства людей просто здание, помещение, окна, двери. Ну, а мы вот сидим и там погружаемся. Где-то смыслы новые можно создавать. К примеру, вот в Нагорном парке. Там у нас большая работа идет над тем, чтобы фактически сшить новую историю места. Есть, допустим, другой объект, который мы делали, это парк Минного городка. Там очень глубокая, классная история, с которой нужно работать, которую нужно огранять. То есть там нельзя придумывать новый смысл, это будет неорганично. Туда можно только инкрустировать какие-то новые дополнительные прочтения, но в целом нужно работать с историей места. Прогресс у нас был от жесткой установки, что везде нужно принести смысл, к тому, что иногда может просто раствориться в месте и постараться не навредить. Фактор, который вообще характеризует Владивосток, вопреки мысли то, что это море, но на самом деле море есть много где, но в случае Владивостока, если посмотреть со спутника, это такая горная гряда, которая тонет просто в заливе. Если поднять уровень метров на 100, то Владивосток превратится в 30 островов. Вот если находиться на набережной и смотреть на Владивосток, возникает ощущение мегаполиса. К примеру, здание там 9-этажное, оно сколько? 30 метров в высоту. А оно находится на сопке, которая 350 метров. Поэтому в этом смысле у Владивостока уникальное есть вот это вот свойство, что его практически невозможно испортить. Когда занимаешься городами, перестаешь преследовать вот эту вот больную идею идеального города. А в нашем случае Владивосток, у него хоть история короткая, но у него достаточно много наслоений. И вот это богатство слоев города – это то, что делает его по-настоящему интересным. То есть не какая-то идеальность, опять же, стерильность, а наоборот, вот эта вот такая стамбульность. Все проявления Владивостока сейчас, я ими любуюсь, мне нравится наша советская застройка на сопках. Опять же, за счет рельефа, это все слои, которые в него добавляются, они только делают его более интересным. Проект 15 лет со мной. Я стал шеф-поваром в Zoom в 23 года. Я был самый молодой шеф в России и самый молодой человек в своей голове. Для меня это был очень амбициозный проект. Во мне было очень много энергии. Я даже не знаю, цели никакой не было. У меня была цель, как и сейчас, накормить весь мир. Мы очень много ездили в Азию, в разные страны. Пробовали, смотрели. После каждой поездки я привозил и делал что-то новое. Что-то новое, интересное, ни на что не похожее. С каким-то нашим элементом и русским, и немножко азиатским. Как мы раньше, ребята, шутили. Ты делаешь азиатскую еду такую, которая понятна и им, и нам. И нравится всем. Я считаю, что дальневосточная кухня – это такой микс всей Азии. Владивосток все-таки это столица морепродуктов в России. И со мной еще никто не спорил по этому поводу. Наше море очень сильно богато. Гребешок, краб, 6 видов креветки, батан, медведка, углохвост, ну много что есть. Также морской виноград, их есть несколько видов. Есть те, которые растут на корме затонувших кораблей. Их снимают водолазы, привозят. Мы выкладываем на дно тарелки камни, а на нее выкладываем ракушки, и как будто бы тебе приносят кусочек моря.
Я люблю ездить на рыбалку. Мы выходим в 5 утра, возвращаемся поздно ночью. Я привожу 3-4 рыбы, мы их быстренько разделываем, шокируем. Все, сашими, несколько позиций. Мы просто угощали людей. Комплимент от шеф-повара, и гости спрашивают, а почему нам? Мы говорим, не вам, мы всем. Считаем, что если мы рассказываем про Дальний Восток, мы должны не просто рассказывать, а люди должны это пробовать. Это больше остается в сердце, чем просто рассказать. Ты ешь и вспоминаешь, что ты про это слышал, ты понимаешь, почему. Своего рода, а вот мои доказательства. Я родом из Москвы, приехал я сюда как-то так спонтанно в 11 классе в школе, позвала тетя посмотреть мир, и я приехал в Владивосток, поступил в медицинский университет здесь, ну и остался. В студенческое время я познакомился с серфингом. Он только начинал развиваться, серфинг в России и в Владивостоке. После интернатуры я рванул на Бали, уехал ради своей какой-то мечты, я там жил. И я понял, что я нахожусь в раю в своем, что здесь идеальные волны, здесь океан, здесь каждый день серфинг. И в то же время я чувствовал тяжесть, хватало какой-то душевности, контакта с людьми, какой-то нужности, что ли. И я вернулся в Владивосток. Цель поставил школу серфинга открыть. Собирал учеников, возил их на разные споты и понял, что мне нужна локация какая-то определенная. Ну и я выбрал самое лучшее место в Владивостоке, где образуются волны. Здесь это мыс Охлёст Шоу. Вот, поставил палатки тут и все началось. Люди приходят в серфинг разные. На костровом месте можно встретить как там предпринимателя, также и просто студента. И они сидят за одним костром, общаются, поют песни под гитару, смотрят на звезды и наслаждаются именно моментом. Когда смотришь на своих учеников, понимаешь, что они только учились заходить на доску, либо держать ее, а сейчас они уже сами приходят со своими досками и катаются, и это греет. Философия серфинга, я не знаю, на самом деле, она у каждого своя, наверное, и это прикольно. Помимо того, что это спорт, также это контакт с природой. Кстати, очень много творческих людей приходило, которые именно визуально воспринимают мир. Выгребали на лайнап и смотрели, как волна там обрушается, как она закручивается, допустим. Ну, это очень красиво, когда вот эта энергия. То есть ты видишь энергию, ты понимаешь, что ты песчинка по сравнению с этой энергией. В городе, допустим, когда живешь, этого не замечаешь. А здесь каждый день по-разному. Разные волны, разная скорость ветра. Буквально неделю назад маки не цвели, сейчас они зацвели. Ну и вот эти вот вещи ты замечаешь именно здесь. Я здесь получаю силу, стараюсь здесь больше времени находиться, потому что здесь моя энергия, моя жизнь. Духом этого места какого-то такого нашего собственного дракона. То есть это не китайский дракон, не японский дракон, а это какой-то наш дракон. Для меня было огромным озарением, когда я узнала, что есть такой пласт в моде, такие дизайнеры, которые создают арт. И в этот момент я поняла, что мне тоже есть что сказать, и я тоже хотела бы попробовать делать одежду как искусство. По сути, это просто какие-то идеи, которые очень часто могут быть слишком новые, современные, да, но потом, лет через 5 или через 10, ты смотришь, и оказывается, что вот, наконец-то, и Зара дошла до того, чтобы стеганые куртки продавать. И сейчас все модницы, которые там в ужасе шарахались от моих стеганых пальто 5 там, или 7 лет назад, они покупают их в Заре.
я занималась немножко stencil graffiti, я делала трафареты, и в какой-то момент я просто взяла этот трафарет, уже использованный, и кусочек ткани, потому что я все время делала какую-то одежду, я попшикала хлором на ткань через трафарет, и у меня получился очень размытый отпечаток, и у меня просто стала такая идея фикс, как сделать этот отпечаток неразмытым. И я, ну, в принципе, изобрела вот эту свою методику, по которой я стала делать такие принты. Все, кто работает с хлором, они понимают, что это невозможно, то, что я делаю. И когда они говорят, как ты это сделала, я говорю, ну вот так. Я к этому долго шла, много лет личных экспериментов. И потом я поняла, что меня уже не остановить. Я стала пробовать все техники подряд. Я попробовала эко-печать, я освоила цинотипию. Когда я что-то создаю, мне нужно обязательно создать что-то, чего я не видела. Это поиск нового, это всегда эксперимент. И поэтому абсурдность, да, это то, что получается, потому что зритель сталкивается с тем, чего он никогда не видел, потому что я создаю то, что я никогда не видела. Я хожу в море с детства, то есть я самостоятельно хожу лет 7-8, ну и там лет 14 пересекал Японское море на борту яхты со своим отцом. Для меня это общение с людьми. Ну, я по натуре люблю общаться с людьми. И вот, допустим, если в прошлом году компания, когда мы хотели запустить этот тур, приезжали ребята с Силовет, я им сказал, что я возьму все туры, а они сказали, да нет. Ты типа после второго тура сгоришь, но я отработал все туры без всяких проблем и не было никогда конфликта с людьми на борту. Казалось, что я такой уникальный? Нет. Просто, ну, комфортно. Комфортно должно быть друг другу. Отлично, когда в группе есть кто-то, кто готов учиться и понимать, то есть готов там порулить, понаблюдать. Так постоянно контролируешь. Куда двигается лодка, что с ней происходит, куда двигаются эти 10 людей, что они делают, плохая погода, одели они жилеты, мокрая палуба, одели ли они обувь и так далее. Я, наверное, десяток лет был детским тренером и учил детей ходить в самых маленьких яхтах оптимист. С тех детей, кого я набрал, 10 человек, не занимается один человек. И то, она, по-моему, сейчас в Питере живет или в Москве девочка. А все остальные занимаются, все остальные ходят, и они уже открыли свои детские клубы, и уже они занимаются детьми, и они уже воспитывают следующих поколений. И просят помощи, если им нужно какое-то. И я никогда не отказываю детским секциям нашего региона приехать, провести какие-то занятия, позаниматься с детьми, встретить детей, перевести, настроить оборудование. Мы живем далеко и от Москвы. И здесь есть свои законы жизни, где мы привыкли помогать друг другу. Сейчас у нас развивается здесь внутренний туризм, потому что у нас есть куда ездить, у нас есть что показать, у нас есть куда поехать посмотреть прекрасную тайгу, там морские прогулки на парусных яхтах, вы можете получить хороший уровень отеля, хотите супер VIP, можем на яхте подойти, провести вечер около супер классной бани. Хотите морепродуктов, там гребешок, он есть. Хотите какие-то другие морепродукты. Дальний Восток богат. А мы здесь, в принципе, в наших путешествиях можем найти все, что угодно. От пляжа с золотистым песком, который скрипит под ногами, до пляжа с черным вулканическим песком. Вертикальные берега, к которым там можно подойти на яхте и пощупать, объездить это все, я думаю, даже за одно путешествие нереально, сколько бы оно было, 7 дней, 5 дней и так далее, это невозможно. Это нужно приезжать несколько раз сюда. Мы с туристами выходим, возвращаемся, каждый раз они отсюда не хотят уходить.